Сортировать, это модно. Это модно. Туалетную бумагу не складываешь сюда? Конечно, складываю. Я просто замужем за врачом. Разберу ваше вторсырье. Дорого. Вот это зло. И приз за лучший комментарий к этому ролику. Это кот. Кот Чубака. Серьезно. Чаще всего люди, которые начинают сортировать вторсырье, совершают одну и ту же ошибку. Они сначала все намывают и откладывают отдельно, а когда это скопится, задают себе вопрос, куда это все относить и вообще, правильно ли я отсортировал. Сегодня мы идем в гости к блогеру и моей хорошей знакомой Насте Рако-Макафит. Настя начала сортировать вторсырье всего пару недель назад, и у нее уже накопилось много вторсырья и много вопросов. Лена Володина, журналист и экоблогер Джо Кукер, спешит на помощь. Эко-ревизора вызывали? Привет! Настя, привет! А вы уже снимаете? Ты нас сюда ждала? Ты нас сюда стоишь? Привет! Ого, это за две недели от семьи из трех человек. Да, два взрослых, один маленький человек. Вот достаточно много всего, да. Настя попросила взять с собой газету или пледы, чтобы расстелить, чтобы это не на ковре перебирать, потому что боится, что ее вторсырье может что-то запачкать. В общем, я принесла с собой свои пляжные полотенца. Но, судя по тому количеству пакетов, которые есть на балконе, возможно, одного полотенца нам не хватит. Ну, посмотрим. Первое правило сортировки – это выяснить, куда вы будете сдавать, потому что единых требований к сортировочному сырью нет. У каждой компании они могут быть свои. Есть несколько сайтов, где можно найти ближайшую к тебе точку сортировки, например, «Полезный город РФ». Это сервис о том, как вообще комфортно жить в большом городе. Вот здесь есть «Заботиться об экологии». И отдельно есть пункт «Переработка экология». Есть сайт «RecycleMap». Это, по-моему, проект Greenpeace. В последнее время он в стадии обновления и не всегда стабильно работает, но, тем не менее, можно тоже ввести свой адрес. И еще есть сервис DoubleGIS, у которого тоже на карту нанесены точки по приему вторсырья. Поэтому, если у вас установлено приложение или можно также найти на сайте, то пользуйтесь любым удобным способом. Ну, а я подготовилась к походу в гости и заранее посмотрела ближайшую к Насте точку для вторсырья. Это мусоровывозящий оператор МКМ «Логистика». И на сайте у них можно загрузить себе вот такую инструкцию по тому, что они принимают и в каком виде это нужно сдавать. На нее и будем сегодня ориентироваться. Ну что, доставай, выкладывай, будешь рассказывать, почему ты это положила в сортировку. Так, ну, это два пакета, в которых находится пластик. Весь пластик за две недели. То есть ты считаешь, что весь пластик – это одно и то же? Да, пока что я считаю именно так. На самом деле пластик весь разный, но нет задачи, в том числе для МКМ «Логистика», нет задачи все это сортировать. Это называется двухпоточная система. Ты просто можешь складывать все, что можно переработать, в отдельный контейнер и потом отвезти туда. Это упрощает жизнь. Все равно надо понимать, что все это проходит дополнительную досортировки в том же там МКМ «Логистика». Если у них устроено так же, как у «Эколайна», то все это вытрясается из больших контейнеров, пускается на ленты, и это полуавтоматическая сортировка. Часть люди вручную, вот все, вот почему еще мыть важно, да. С этим люди работают, и они это дальше уже по фракциям дальше досортировывают. Смотри, на каждой баночке есть маркировки. Вот видишь, тут в треугольничке написано 5 ИПП. Да. Это полипропилен, и МКМ «Логистика» принимает, поэтому это мы откладываем все в порядке. Это, скорее всего, 6-й тип. А нет, это тоже ПП, тоже 5-й. Это стаканчики от йогуртов. То есть, Лена, это когда можно. Я сортировала мусор, я смотрю на маркировку. Если нет маркировки, то мы не можем это сдать в переработку, потому что переработчик тоже не поймет, при каких условиях, температурах это перерабатывать. Почему нельзя весь пластик свалить в какой-то чан и переработать? Поняла. Потому что у разного типа пластика разные температуры плавления и горения. Угу. И если ты сделаешь одну температуру, а у пластика она ниже, то там все загорится, повредится оборудование, люди... И вообще, и в природу тоже будет очень много плохих выбросов. Так, баночка из-под сметаны, это тоже полипропилен. Это все можно. Так, а вот это похоже на
однерку. Сейчас мы проверим. Да, это первый тип пластика PET. Это тот же PET, из которого делают. Сейчас покажу. Вот такие бутылки. Точечка у них еще на дне. Но проблема в том, что переработчики сейчас принимают только бутылочный пластик, а вот такой нет, потому что он идет более тонким. И если это все смешать на одной линии переработать, то будет возгорание, как раз о котором я говорила. И сейчас очень сложно найти оператора, переработчика, который согласится вот это все переработать. Поэтому, если ты придумаешь, найдешь производителя, который делает так же вкусно, но в перерабатываемой упаковке, то это будет все, более это правильное все. Решение. Это не перерабатываемое, goodbye, my love, goodbye. Понятно. Угу. И, ага, окей. И это можно. Значит, я это пока откладываю, потом я это съем. Так, это тоже похоже на полипропилен. А что, интересно, ты берешь в таких лоточках? Блинчики, кажется. Угу. Что вот делать с этим, непонятно, потому что я не вижу маркировки. Поэтому все, что спорное, мы тоже откладываем, чтобы не повредить производству. Вообще правило сортировщика, самое главное, что если ты не уверен, то лучше не отдавай в переработку. Так будет всем спокойнее. Это хорошо. Муж ел и не вымал. А я пока расскажу. А ты понимаешь, зачем надо мыть? Да. Понимаю, потому зачем? Что это же тоже будет, пойдет в чан переработку. Не только из-за этого на самом деле, а чтобы тебе даже просто накопить пакеты, если ты не помоешь, у тебя это будет в плесени. Да, и одна какая-нибудь плесневая, потом у тебя распространит на все остальное и испортит целую парочку. Киндер-яйцо. Это точно можно в собиратор, а вообще не уверена, кто еще их принимает, потому что маркировки нет. Поэтому я бы отложила отдельно в надежде, что ты соберешь редкие виды фракции и потом отдельно отправишь их в собиратор. Если вы живете в Москве, то вы сами свои пакеты можете отвезти в сортировочный центр собиратора или вызвать эко-такси, тоже от собиратора. Это стоит порядка 1000 рублей. Да, это не дешево, но вы можете долго копить, а потом скооперироваться с соседями и вывести, в общем, весь свой объем товаров. Огромный плюс собиратора, что он принимает даже очень редкие фракции. В частности, им можно привезти пластиковые зубные щетки, пластиковые карты банковские и всякие скидочные, и даже сковородки. А еще у них есть полезный магазин, где можно купить многоразовые вещи, чтобы заменить ими одноразовые. Таким образом, вы в целом сократите количество мусора, которое от вас остается. Я собираю все, в чем я не уверена, отдельно, чтобы потом привезти в собиратор и там вместе с опытными уже людьми понять, что из этого я все-таки могу переработать, а что нет. Мы очень любим покупать. Да, я понятно, заметила. Где готовые блинчики. Кладем сюда. Это же самая, но большая. Да, кладем сюда. Красиво как получается. Да, давай посмотрим, что это за тип упаковки. О, это какой-то смешанный, я боюсь, что это никто. Видишь, если стоит С, ну такая S и слэш, потом ЛДПЕ, то это уже нельзя переработать, потому что непонятно, с чем смешали. Лен, скажи, пожалуйста, а крышки правда нужно отдельно сортировать, еще этим заморачиваться? Нет, крышки можно, вот эту бутылку можно сдать так, как есть. Но действительно вот есть... это тоже не снимать. И это тоже можно не снимать, но есть такое движение «Добрые крышечки», которые принимают только крышечки. И надо сказать, что вот эта сама бутылка – это первый тип пластика, а крышечка – это второй. И если сдавать и перерабатывать бутылку целиком, то что происходит? Ее измельчают. И сам PET-1 и PET-2 – это разные по весу материалы. И что-то из них всплывает. И когда это всплывает, это автоматически таким образом отсортировывается. Но если сдать крышечки отдельно, то их не нужно уже. Ну, то есть ты экономишь одну стадию обработки, и это более ценный материал. И именно поэтому вот их сдают отдельно. Вот это вот все, вот это мелкие пакеты. Угу. Я просто кладу в пакет. Да, и я бы все это отвезла в собиратор, потому что пакет с пакетами они принимают точно. Может быть, и весь мягкий пластик тоже туда подойдет. Угу. В общем, проконсультироваться. И меня должны понять мамы. Вот это зло. Все мамаши меня поймут. Лол. Это вещь, это игрушка, Игрушка? Которая... обернута вот в такую фигню.
там еще обертка, еще обертка, еще обертка, еще обертка. Это все в долбанных обертках. Короче, вот это вообще похоже на термоусадочную пленку. Некоторые кондиционеры для белья в такой пленке, и ее надо точно убирать, ее даже не переработают. Так, ну вот это кошачья, вот целиком, кошачий корм. Ну и вот почему-то на нем ничего не написано. Молодцы. Крышки. Ну, вообще, я хочу тебе сказать, что содержать домашнее животное в городе – это вообще не экологичный процесс. Зло. Да, возьмите, пожалуйста, кто-нибудь нашего кота, у кого дом есть загородный. Серьезно? Ты готова расстаться? Я готова расстаться, я даже денег дам. Приз за лучший комментарий к этому ролику – это кот. Кот Чубака. Серьезно. Чем полезен процесс перебрать свое вторсырье, чтобы понять, что ты чаще всего покупаешь и за счет чего генерится? Вот уже мы поняли, блинчики кто-то очень любит есть, воду постоянно покупает. Вопрос, можешь ли ты установить фильтр под раковину? Не кричи. Мужу вопрос. Могу. Могу. Если бы вы это сделали, у вас бы минус вот такой объем пластика накопился. Мне кажется, что этот пакет – отличная квинтэссенция идеи, сортировать это модно. Это модно. Да, у нас дошла очередь до бумаги. Настя считает, что с бумагой легче всего. На самом деле, сейчас мы увидим, что на большинстве упаковки нет никакой маркировки, и до конца сложно определить, это бумага или на ней есть какое-то покрытие. А я думала, что это просто все ты... Что все, одно, все бумага. Тут бумага. Я вижу, у тебя еще какие-то бумажные полотенца. Вот это все использовано, нельзя перерабатывать. Это сразу выбрасывай в общий мусор. Будем считать, что вот это все бумага, которую можно переработать. Вот это еще похоже, скажем так, на бумагу. Да, я просто хочу показать, вот тут видно уже у Насти, что здесь бумажные полотенца, вот эти штучки, лепестки от прокладок. И, в общем, ты, надеюсь, туалетную бумагу не складываешь сюда? Конечно, складываю. Ты сейчас шутишь, да? Дабл мин, жвачка. Тоже похоже на какую-то овощеную. Вот многое, во что упаковывают еду, фастфуд, тоже, скорее всего, не перерабатывается. Пакетик. Что-то у вас лекарств много, вы что так часто болеете? Да, больницы. Нет, должна была сказать, я просто замужем за врачом. Я просто замужем за врачом. Картон точно можно, но картон лучше вообще отдельно потом, да. А еще за картоном обычно охотятся дворники, потому что вот они как раз набирают много картона и сдают за деньги. Вот какая-то полукартонная упаковка. Это похоже, если честно, на уже вторичную. Можно ли ее переработать повторно? Я бы как минимум, знаешь, что сделала? Я бы ее сложила аккуратно, чтобы она занимала меньше места. Как сложно жить вдруг стало. А ты отправляешь какие-нибудь посылки? Да. Может быть, ты разумнее, чем просто выбросить, использовать это для того, чтобы отправить посылку и утрамбовать, потому что реюз – это более важное правило перед ресайклом. Вот, смотри, по методу Кон-Мари мы так раз аккуратно сложили и все разгладили, чтобы это как футболочка занимало мало места. Фантастика. Да, надо с любовью ко всему вторсырью относиться. Поцеловать надо не забыть. Вот смотри, ты не складываешь бумагу компактно, в итоге она у тебя занимает полпакета. Давай, Лен, складывай. Сейчас опять... Что ты? Предлагаю услугу, как вот есть по разбору гардероба. Разберу ваше вторсырье. Дорого. Значит, рассказываю про... Ты слушаешь меня? Или да. Или ты сторис выкладываешь? Да. Про вот такие целлюлозные коробочки. Они уже сделаны из вторсырья чаще всего. Да. Там очень много клея. Да. И поэтому их мало кто принимает на переработку. Собиратор можно сдать. А вот в обычный я в Эколайн сдаю, потому что это по моему округу. У тебя МКМ логистика. И они обычно не принимают. Они принимают только вспененные. Угу. Но вспененные это как бы пластиковые, тоже не очень хорошо. Поэтому прямо вот это мы откладываем в пакет для редких фракций. Которые... Яйца, знаешь, покупаем на рынке. Угу. Вот это вот очень маловероятно будет переработано. Это даже с трудом надрывается. И вот мы видим, если попытаться надорвать, вот это вот такая пленка. Не знаю, имеет ли смысл. Ой. Ну, в общем, потратить свое время, чтобы ее убрать. И тут тоже все равно какое-то глянцевое покрытие. В общем, вот так, чтобы вы понимали, из чего такие складываются коробочки. Ну, что там осталось, давай просто высыпем давай. Сюда.
Красота. Это тебе выдали на улице? Если вам выдают листовки на улице, отказывайтесь от них, потому что спрос рождает предложение. Если все будут отказываться, то не будет промоутеров, которые будут это раздавать. Это будет невыгодно. Чек в общем. Чеки в общем. Не бумага. Вот, значит, чай из пакетиков. Ахмат-ти, до свидания. Угу, лучше все, да. Заварной. И лучше жалко установить, если вы живете в Москве, под раковину диспозер, чтобы угу. это все переработать. Бумагу, кстати говоря, лучше сложить отдельно, даже пускай в пластиковый пакет. Важно, чтобы она не намокла, не испачкалась, угу. потому что мокрая и грязная, она теряет свою угу. ценность для переработки. Подожди, ну, пожалуйста, вот да. это еще давай рассмотрим. Твой любимый горький шоколад. Шоколад, да. Ну, давай посмотрим. Да, это бумага, у него маркировка 21. Пап, можно переработать. Главный страх тех, кто начал сортировать, я вот потратил усилия, рассортировала, потом приедет одна машина и свалит это все вместе со смешанными отходами. Какой в этом смысл? На самом деле, те, кто распространяет эти страшилки своими глазами, этого никогда не видел. И, например, Эколайн, мусоровывозящая компания, даже объявила конкурс, что подарит 5000 тому, кто заснимет видео про такое нарушение и пришлет им. Наверное, уверена, что это никогда не случится. Поэтому, если вы заметили такое нарушение, заснимите это на видео и отправьте в мусоровывозящую компанию. С этим нужно, безусловно, разбираться. Но вообще это очень маловероятно, потому что мусоровывозящие компании тратят большие деньги, миллион рублей, на покупку контейнеров, на покупку машин. И просто нерационально все свалить в одну кучу, перемешать, не имея никакой возможности забрать хоть какие-то деньги от продажи вот этого ценного вторсырья. Лен, так вот это все, получается, стоит денег? Да, поэтому это и называется вторсырье, но тут без иллюзий, разбогатеть на этом вряд ли получится, и вся сортировочная история, она дотационная. Например, чтобы купить одно инвалидное кресло на вот эти добрые крышечки за 200-300 тысяч рублей, нужно собрать 7 газелей добрых крышечек. Я думаю, ты знаешь более легкий способ заработать 200-300 тысяч рублей. Да, более легкий. Если вы считаете, что это действительно классный бизнес, здорово, может быть, у вас его получится и реализовать, попробуйте. Несмотря на то, что сортировка и переработка – это важно, это нас, к сожалению, не спасет. Мы производим так много, что у нас не хватит мощностей, чтобы все это переработать. Бездумно совершать покупки, потом сортировать, потом снова совершать покупки – это как грешить, каяться и снова грешить. Нас спасет только осознанное потребление, и этому и посвящена большая часть роликов на моем канале. Если у вас остались какие-то вопросы по итогам этого видео, задавайте их в комментариях. А еще рекомендую заглянуть в папку в сторис в актуальном, называется «Экоэкскурсии». Я специально побывала на разных заводах и предприятиях, чтобы показать, переработка – это не фикция, и ваш труд не напрасен. Меня зовут Лена Володина, я журналист и экоблогер. Поставьте лайк этому видео и до скорых встреч!